Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Battlefield 2. Ну, давай, вертушечка. Куда ты нас забросишь? Джунгли? Господи, такой молодой, еще даже не седой. И вот мы уже над Южной Америкой, заброшены туда по приказу спецотдела без имени. По приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу этот Эквайр, крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Флинн! Эй, пилот! Ау, чувак! А он забил на всех. Погоди, чувак. Чё там? Бау, РПГ! Да, я видел! Видел он! Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! Нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устроил! Есть! Как прикажете, босс! Фиговый РПГ! Кто-то вы обсираетесь! На высадку 64-49! Давай! Базы нет. Все разбомблено. Опа. Ну пониже давай. Площадка позволяет. Так, что за оружие у меня имеется? Пулемет. Ага, с чем были? Три. Понятно. Наверху. Так. Наверху. Пойдем смотрим. Так. Я последний тащусь. Я просто смотрел, что у меня есть. Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Опаньки. А это что за повстанцы тут такие? Блин. Походу наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Что-то я не понял, тут что за... Дистанция. За нас уже кто-то сделал. Да. Не взять. Господи, всех повалили. Лагерь Эквайра там. Адская перестрелка. Корова. Видать, тут и люди Эквайра. Мертвые. Ужас. Всех повалили. Как вот можно тут людей потом любить? А, тут, кстати, да, какие-то секреты же есть. Что-то спрятанные, что-то тут брать надо. Как выглядят эти данные? Кто бы подсказал бы еще? По-любому в одном из домов. Надо просто знать. Какие? Что искать вообще? Еще раз. Показалось, что ли? Так. И нет, 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 нет. Ну не нашел, ну и ладно. Ну и бог с ним. Давайте, ребята. Опа, а там труп. Опа, а там два трупа. Че вы крутитесь, как будто потеряли кого-то? Так, интересно, а я какой? Я с пулеметом был, на очкарик, что ли? И все. Нет. Я как отдельный персонал, я их вижу. Стоп, стоп, стоп. Ну? Вашу мать, он же труп, ядрен батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Эквайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Эквайр оставил. Конечно. Попадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Там, где не совпадает, туда и идем. Вызывай Флинна. Флинн свалил, хак. Час от часу не легче, блин.
Давайте. У нас гости. Валим, валим, ребята. А можно? А, по-тихому же не уйти, это же, блин, войнушка же точно. Отбейте контратаку. Пехота на 12 часов. Так, принял. Готовься к бою. Вот так. Ну бамк. У меня получилось. На. А что, мне тут бегать еще надо, что ли? Я думал, только в окошко стреляй. На. В голову. Давай, ты где-то здесь. На. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Они дом могут мой снести? Если могут, это будет очень плохо. Давайте. Не, можно тут стрелять и стрелять. На. Кто там? Подбил. Как ты еще живой-то можешь быть? После пулемета. Вот хорошо, что я с собой пулемет забрал. Всегда, когда сомневаешься, держи пулемет под рукой. Где он? Падла. Это он шевелится или что там шевелится? Блин, давай, придется за ним идти сейчас. Так, гранат, надеюсь, нету у них. Где ты, падла? Ты заставляешь меня к тебе идти. На. Все. Где РПГ? Все? Все. Это кто еще? Тихо. Вот так. Ну что? Я вам и так убавил. Должен был убавить, по крайней мере. Давай, где ты там? Давай, выйди, чтобы я тебя видел хорошо. Жалко, что тут никакой пушки нет. Ох, я бы тебя. Не понял. А кто по мне еще-то хреначит? Кто по мне хреначит сейчас? Где ты? Все. Блин, надо было сразу так вот долбить по нему, не переставая. Хотят убедиться, что у нас нет игуая. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим. Потому что не хватает оружия. Господи, зачем она мне? Допустим, дробовики ваши. А чем? Чем лучше? У меня тоже неплохой пулемет. Ни разу еще не подвел. Так, теперь в дом. По-любому в доме. А иначе что бы он тут стоял? Ну-ка, давайте посмотрим. Есть здесь что-то? Вот я почему-то всегда надеялся, что он здесь, потому что уводит от лодки, куда нам надо. А, я веду. Люблю я реки. Главное, ушами не хлоп. Я веду. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд, вы вот стреляйте, давайте побыстрее. Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто держу свое дело. Ладно, они же отсюда приехали, мы туда и поедем. Эй, да не виляй ты.
всю вашу. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен Игуар. Да кому он нужен-то? Он только нам и нужен был. Так. Мне надо глушитель. Очень бы хотелось бы заиметь его. Чтоб можно было бы, если что... Вот, вон он наверху. Все. Падла. Ты видел? Видел. Птицы, наверное. Ага, сейчас. Может. Едьте еще, скажи. Не отвлекайся. А эти ползают, как у себя дома. Чувак, вон. Еще птицы. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Погоди, я тоже видел. Вон там что-то есть. Да. Кус шевельнулся, видал? Нет. Ну, не знаю. Дерьмо какое-то. Марк, выведи нас отсюда. Давай. Так, если мы их еле видим, может, они нас не видят? Хотя, что-то может. Еще надеюсь. О, зашибись. Приехали. Так намного лучше. Выходим. Идем пешком. Пошли. Едем в такое местечко, а по нам не полях местный. Да как же. Держи карман. Сейчас. Еще враги. Так. Прикроемся. Давайте, я там многих покрошил уже. Вам бы тоже бы не стоило брать с меня примеры, хотя бы кого-нибудь пристрелить. Чё ты стоишь-то, тупишь? Вот один человечек. И почему вот вы не можете его убить? Я могу, вы не можете. Тихо, тихо, тихо. Так. Наверху. Вот это, наверное, разведданные, да, которые надо собирать. Вроде аппаратура наблюдений. Уничтожить. Вот они. Бумк. Ну, вот такие вот штуки надо было искать. Где у нас? Два человечка. Вас так напугали. Пополните так в арсенале Флина. Давай на закрытую частоту. А, так он, тут кто-то бегает с арсеналом, что ли? Мы попали в засаду. Что я могу пополнять? Пойдем вверх по реке, искать Игуайра. Но с оружием беда. Понял, Браво-2. Тут кое-чего есть в загашнике. Рви на черный день. Бак почти сухой, но для вас взлечу. Вот он, арсенал. Пистолет какой-то нарисован. Значит, меня ждет какая-то пушка. Как голова, сержант. Давайте просто найдем гребаный ящик, пока они не прочухали. Так. Это что у меня? Это винтовка? Да, винтовка. Так, а у нее есть подствольник? Или это подствольник вообще не котируется? Так. Так, что-то не понял. У меня. Так. Так, вот так вот. Поменял подствольник сейчас, ага. Подствольник появился. Ну давайте вот с этим оружием туда походим для разнообразия. Попробуем. Ой, как бы я не пожалел еще. Все найденное оружие храним здесь. И сможем потом менять его в люб... Ага, все понятно. Вот такого ящика. Ясно? Все да, понятно. Сержант, спасибо. Я не знал. Все, теперь у меня есть. Оп, оп, после чего поменял основное. Как они действуют? Призрак, груз получен. Спасибо. Пустяк, Браво-2, рад помочь. Конец связи. На,
Конечно. Ну, удобная вещь. Где еще? Не видно ни хрена. Как шевелиться, если хотим найти Гуайра? Как спуститься-то? Ага, падать. Ой-ой-ой, кто там орёт? Кто вякает? Не вижу их. А их и не надо видеть. Мы бежим. Просто бежим. Все. Так, проникните и зачистите поселок боевиков. Ну давай. Надеюсь. Ну хоть правильно едем. Так. Тут путь-то один у нас. О. Вид вроде получше. Кажись, на лодке дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Гуайр наверняка сюда пошел. Иначе бы они патруль не выставили. Давай, Хэггард. Ну не, только после тебя приду. Вот так вот. Давай. Мне тут стесняться некого. Все разбомблю. Че, кто-то в живых остался? Вот так. Давай, где вы? Где-то он там, да? Ну, опа. Где еще? Тихо, тихо, тихо. Да где ты? Отлично. Так. Пойдем. Вот так, очистили. Смотрите как. Экономия. Чистая экономия. И безопасно. На. Здорово. Мне нравится. В пузо. Получил. Вот так. Да. Бунк. Хорошо. Так, тихо, 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 тихо. Давайте со мной. Еще со мной. Тихо. Тихо, 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 тихо. Давайте, давайте, вы хоть немножко сами-то там повоюйте. Куда ты хочешь бежать? Еще противник. Где ты? Так. Блин, так на осмотр он тратить тоже неохота. Ой, еще указывает мне. Пада, давай. Где ты? Высунься.
Все, давайте ко мне. Где вы? Все убиты. Точно все? Сейчас вот пройду, посмотрю. Вам верить тоже. Нет вам веры. Ну-ка на бревна. Опа. 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 Ну вот, опасная вещь, конечно. Сейчас покатятся и задавят всех нахрен. Что у нас здесь? Войти. Ну, отсюда и перестрелять можно было их. Ладно. С патронами у меня пока нормально. Двигаемся. Дальше. Так. А что-то я вперед иду, а вы... Ну-ка давайте сами вперед идите. А то я как жертва какая-то. Проникни. Так. Цель достигнута. Давай я сейчас здесь. Где? Да. На. На. Бежим, 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 бежим. Стоп. Падла, где ты? Думал, спрятался, ага. А вот не вышло у тебя ничего. Что-то не помню, ты с чем бегал-то? А? Хорошая вещь. Я в порядке. Так, теперь давайте вот так. Так. Где ты? Где ты? Тихо. Я не понял, а что, меня через стену, что ли, задолбили-то? Ну-ка. Где мы? Ну, пойдемте. Сейчас я покажу, как надо будет воевать. На. На. Бунк. Вот так. На. На. Хорошо. Следующие. На. Так. Группа, продвигайтесь. Где? Покажите. Где он замечен? Все чисто. Че, всех за всех забили? Завалили. Давай. Вот этот поди меня задолбил-то. Я пустой. Как ты мог все расстрелять? В кого? Так, ладно. Сюда, сюда. На всякий случай. А случай бывает всякий. Ну где вы? На меня смотрит еще падла. Мы должны вперед всех идти. А, все, да, прошли, ладно. Верховье реки. Куда ушли-то хоть? Что-то мы недалеко ушли. Займите позицию для обстрела. Да
там снайперская позиция. Держи треху. Марлоу, он твой. Давай okay. по-тихому. Да я сама смерть. Уже иду. Все. Че? Хорошая миссия. Понятия не имею, но есть идея насчет того, как узнать. Марло, мы подберемся поближе. Ты валишь охрану с плетки. Под раскаты грома давай, понял? Уже поздно сказать, как жаль, что я сам не напел. Да, поздно. Все, мы пошли, будь начеку. Хорошо. С плетки, а где я тебя возьму? А, во! Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Дождись раската грома и вали его. Давай. Огонь по дороге. Прекрасный выстрел. Где еще? Двигаем, сержант. Пошли. Две цели на дальнем причале. Дистанция до цели. 7, 2. Ветер. 5 узлов. Жди раскат грома. Давай, давай. Сейчас. Бах. Молодец. Двигаемся дальше. Понял. Где? Вот он. Враг на 12 часов. Жди раскат грома. Бамк. Ну. Отлично сработано. Мог бы сами сам зарезать его. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. Не вижу. А, вижу. Огонь подготовлен. Снимаем его быстро. Офигенно, Марлоу. Получилось хоть? Так, держим позицию, парни. Будем слушать. Ну, и где чего? Ну, кого там долбите-то? А я? Мы получили, что нужно. Все чисто. Взвод, ко мне. Так, давайте для начала восполним боеприпасы. Ну вот, ладно, оставляем этот, автомат себе оставим. Ну и снайперскую, говоря, все, я уж с ней подружился. Не будем ее терять сейчас, по крайней мере. Ух ты. Прошу прощения. Ну, уже лучше. Пулемет. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? А, ковбои? Черт, да ковбои никогда не воевали. Далласский ковбой, кажется. Пошли давай, ковбой. Что, нельзя, да? Стоять, стоять. Растяжка. А, вот почему. Я бы помер. Как ты ее увидел? Чуть я Человека-паука сработала. А. Спасибо, спасибо. Слышь, я вообще-то не за кольцевой рост, придурок. Так. Ну. Пойдемте, что? Куда вы ушли-то? Вы почему меня бросили? Световая. Ждем. Бум. Ну давай, я вот не вижу их. Так. И еще сейчас ближний бой, да? Хрен пойми, то ли для ближнего надо было брать. Опаньки. Вот так. А что, как я... Я их обезвреживать должен.
Да, по ходу дела я сам должен был обезвредить. Давайте посмотрим, как это должно было происходить. Вот так. Мина обезврежена. Отлично, Марлоу. Ну все, теперь я знаю, теперь я ученый. Ловушка снята. Кто здесь? Еще противник. Кто? Где? Показывай. Не вижу. Блин. Кто-то где-то что-то заподозрил, что мы здесь. Тихо, 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 тихо. Так, что здесь за оружие лежит? Калаш. Не... А, кстати, может это патроны пополнить можно? Пополни. Теперь валим сюда. Господи, надо что-то для ближнего боя. Пулемет есть? Пулемета нет. Пойдем. Твою мать, падать далеко. Так, это просто камушек. Я в порядке. Конечно. Нет. Камушек. Ничего себе камушек. Итак, по горам. Выше гор могут быть только горы. Правильно? Правильно. Окопались, сука, как тараканы. Так, вот мне теперь винтовка-то и пригодилась. Штурм вверх реки, так. Сержант. Чей? Ты же афроамериканец? Мне просто интересно. Без ответа. Давай веку! Где? Давай. Еще где-то. О, он аж подлетел. Все-таки не зря. Не зря я. Вот так. Так, а как бы мне... Блин. Давай, 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 давай. Прикрывайте меня. Я правда не вижу, с кем вы там воюете. Но я вам доверяю. Пробил башку ему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойно. Ждем, восстанавливаем дыхание, дышим. Сейчас мы обойдем их. Еще минутка, еще чуть-чуть, и вам конец настанет. Так, вот это взорвали. Чтобы не было. Все. Перезарядимся. Больше не пополняются запасы. Ладно. Если бы в меня чудик. Какой кошмар, тут везде что-то может взорваться. Где вы?
Да где? В упор не вижу. В кого вы стреляете? О, откуда-то прилетело. Так. Кто-то где-то еще? Не вижу. Так, штурмуйте вверх реки. Ага, сейчас-то уж точно не поменяю. Не сейчас. Так, где-то тут оружие должно быть. Это, наверное, на вышке, да? А на вышку можно забраться? На вышку нельзя забраться. А где тут оружие для меня должно лежать? Так. Либо я глубоко заблуждаюсь. Давайте сюда сходим. Вот оно. Блин. Это есть. Бух. А, ну дом-то не взорвало, заметьте. Ой, еще выше ползем. Ползли. Ползем, 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 ползем. Ведут. Не слышали, да, сзади, что стреляли? Чуть по ним стреляют, они были эмоции. Еще где? Еще где-то есть? Вот так. Вроде неплохо. Так, вот эта штука пополняет боезапас, должна пополнять. Все. Это у меня граната одна уходила. Все, теперь можно. Бежим, бежим. Молодцы, орлы. Хвалю. Так, ну-ка, дайте-ка я поменяю. Что тут можно, чего можно вот устроить? Давай. В что-то попали, что ли? В газовый баллон попади. Которых тут очень много. Да? Так, что-то мы... Пулеметы есть, пулемет. Да где вы? Ладно. Вон они. Они просто чуть-чуть дальше ушли. И по ним кто-то долбит. Давайте выясним, кому они так насолили, эти ребятушки. Сможет? Сможет. Блин, нет, не смог. Не сможет. Не сможет. Надо сбоку зайти будет.
Так, откуда я? Пулемет! Давай. Обойдем. Тихо, тихо, тихо. Опа. Опаньки. Все. Теперь, если я вот отсюда выйду, я вас падал всех завешу. В кого ты, в кого, в кого? Ой-ой-ой-ой. Объект Альфа чист. Чист. Все благодаря кому? Мне. Так бы хрен бы вы взяли бы эту штурмовую штуку. Особенно вот этот. Бух-бух. Так-то можно стрелять и стрелять. Жалко, что она не отрывается. Я бы ее взял бы потаскать с собой. Конечно. Я еще из неожиданных мест стреляю. Вот как я туда попадаю, в эти неожиданные места, кто бы знал бы еще. Ну, е-мое. Давай. Ничего себе. Бахнуло. Бахнуло, бабахнуло. Ну-ка, давайте-ка тоже ответочку им дадим. Или что, или там же никого нет. Пристрелил я этого козла, да? Вот он. Блин, ну ладно, арсенал пополнил. Взял гранатомет. Пополнение арсенала тоже хорошо. Ничего себе. Блин. Обойдем с фланга. А пошли, пойдем. За мной. Пойдем, пойдем. Все. Сейчас остальным достанется на орехи. Все по шапке получат. Где я? Все трупы. Конечно, все трупы. Пойдем вот эту штуку возьмем. Быстро. Разделались. Что, еще кто-то есть? Тут пал. Давай, там где-то РПГ должно быть. Надо приготовиться. Все.
Все. Давай. Чисто. Не очень там, знаете ли, чисто. Все. Что тут еще можно взорвать? Смотрите сразу. Мне вот интересно, а мы и правда теперь в... Ну, я, Марло, сержант, я понимаю, но ты, Хэггер... Что я? Нужно было вытрясти все до самого дна, чтобы подобрать такого говноеда, как ты, для нашей честной компании. Этот песик не укусит, Эр. Пипец, ну спасибо, ты тут комплименты умеешь делать. Я, да, если ты, да. Что за оружие-то здесь хоть? Где оно? Где находится это оружие? Ну и ладно, ну и хрен с ним. Пошли. Вы откуда тут? Ну ладно, вот кладбище. Стоит кладбище. Не вижу. Пока что не вижу. Где ты? Блин. Давайте, надеюсь, хотя бы кого-то вы сможете. А то я один что-то устал так. Ни хрена себе. Еще и сбоку. Ладно, пойдем по левой стороне. Мы по левой стороне, по родной планете. Предстоит учиться мне в университете. Где тут оружие? Или где-то... Вот показано, где-то вот здесь. Я ни хрена не вижу. Ну, знаете ли, не очень-то и хотелось. Стой. Может, это не оно? Нет. Там оружие именно показано, оружие. Ладно. Пойдемте. Нам сейчас... Воевать много придется. Давай. Где ты? По мне, что ли, кто-то сзади? Давайте, надо прижать их. Вот так. Пулеметчик готов! Еще. Кто еще? Какая сторона? Вот здесь вот. Нормально. Продвинулись. Давайте, ребятушки. Вот сюда теперь. Неплохо. Одна башка только торчит. Опа. Так, все поднял, все взял. Блин, сейчас обороняться, что ли, надо будет. Он здесь.
Но и никто ничего не сделал. Блин, вот она РПГ. Блин, да я не видел его даже. Такой замес нахрен там среди грязи, пепла и пуль. Не видно танка-то. Так. Обменен. Еще. Блин. Да как? Вы вообще что ли меня никак не прикрываете? Прикрытие не ноль. Вообще, боты. Это пипец. Давай. Давай. Блин, я думал еще вертушку сбивать. Где мой пулемет? Сдохли все. Ну и слава богу. Вот он! Не убивай цель! Он нужен живым! Стреляй же! Назад! Еще шапель, я подстрелю этого урода! Че, я тебя спас? Спас! Майор Игуэ. Вот ничего. Тот что тоже не стрелял, дебил. И этот слово не сказал. Сэр, мы от генерала Брэд... Киношная постанова. Кое-что показать. Ну так показывайте. Флеха. Флеха. Ну бук. Черт, они все-таки справились. Брэду сказал, это фальшивка. Конечно, фальшивка. Я же предупреждал, что так будет. Они бы не стали туда вести рабочий образец. Мы это знали. Неужели? А нас послали. Пару месяцев тому назад мы установили канал связи на старом французском метеоспутнике. Взломали сеть грузинских вояк, узнали много интересного. В том числе о фальшивках. Затем явились эти ребята. Забрали все данные? Да. Копий нет? Вот так. Где? А, на спутник лезть, что ли? Ну а мы, извините, не космонавты. Ладно, пока я все лез на спутник. Можете подписаться на мой канал, поставить лайки. Ну, на этом все. Пока.